Привет, девочки, мальчики, куколки и мужчины. Что на меня наседаешь? Потому что... Всем привет! Да, здравствуйте. Сегодня мы будем избавляться от хлама в нашей квартире. Но сперва Ты избавим... будешь собирать вещи и уходить. Та-и-та-ти-та-ти-та-та, до свидания всем. А вы пойдете со мной. Не получилось. Ай, какая жизнь, какая плохая жена. Так, стой. Сперва нужно избавиться от пятен на камере. Это она сейчас снимает это вот так? Не, нормально. Это просто камера так снимает. Сегодня у нас очень-очень-очень нужный, наверное, день. Если вы хотите увидеть кучу моих слез, тогда оставайтесь. Чего куча твоих слез? Потому что я не умею выбрасывать вещи. Надо уметь, потому что мы уже захламили. Ты чё кричишь? Ты чё на меня кричишь? Алло, алло, алло. Я вообще хочу все выбросить. Держи себя в руках. В шкаф. Тебя все не радует. Меня реально ничего не радует. Ну, а я не могу выбирать вещи, потому что когда я был маленький, у меня не было много вещей. Я постоянно донашивал за кем-то. И поэтому постоянно у меня не было его большого количества. Поэтому я донашивал не за своими родственниками. Ну, да. Понимаешь? Поэтому мне всегда тяжело избавляться. Учиться жить по-другому. Теперь ты можешь себе покупать вещи, ни от кого не зависишь. Камеру смотри, не на меня. Выбрасывать. Я тебе это говорю. Не хочу. И не надо хранить эти ужасные шматьё, которые ты мне носишь. Не знаю, мне тяжело расставаться с этими вещами. Я, а вдруг когда-то будет это, повод их надеть? Это очень плохая мысль. Никогда не будет больше. Если ты год уже не носишь эту вещь, ты ее никогда больше не наденешь. Ну, я согласен, который еще там меньше. Хотя вдруг я похудею. Не надо думать вдруг, живи одним днем. Завтра, может, тебе кирпич на голову упадет. Зачем все это? Барахло. Да зачем вообще вещи? Смотри на наш шкаф. Надо оставить одни трусы, одни носки и все. Что здесь происходит? Если что, это Глашка. Не, ну просто факт того, что все, когда начинаю психовать, когда мне накапливается много вещей, я начинаю их вот так вот пихать, и все. И это надо выбрасывать, складывать. Читаю, у тебя на камере даже без Глашки такой бардак в твоих шкафах. Ну, он реально какой-то как бардак в этом шкафу. Потому что здесь куча всего лишнего. Лучше меньше, да лучше. Лучше лучше, чем и лучше. То есть мне скажут, конечно, про свои китайские вещи именно так и говорят. Да. Лучше меньше, да лучше. Я говорю, лучше лучше и лучше. Небольшой размер. Это S-ка. Оверсайз. И она, между прочим, Диане как раз впритык. Капец. Нет, люди пишут, это растянуто, рукава растянуты. Это модно так. Это растянутый оверсайз. Я, между прочим, очень люблю кофты с висящими рукавами, как пьеро ходить. Это прям моя тема. Короче, ладно, поехали. Так, здесь у нас две тельняшки, естественно, ни одной. Так, если ты будешь каждую вещь так рассматривать, давай будем все делать активнее, не пугайся. Види, я тебе покажу один раз. Ну давай, начнешь расставлять вещами, да? Раз. Два. И сверху все доставай. Нет, с самого верху я имела в виду. Вот. Я все. И вот то вверху. Вообще все со шкафа сейчас доставай. Все, что там есть в шкафу. Вверху тут подушечки. Доставай все, доставай. Мы будем продирать, находить для этого новое место. Чьи трусики? Это. Ой. Это мои штанишки. Кажется, это твои. Это мои штанишки. До сих пор в пору. Вообще меня бесит этот шкаф, потому что слишком большой. Ай, больно было. Потому что не было бы такого большого шкафа, не было. О, у нас еще одна сумка есть. Класс, это же моя сумочка. А что с ней? Она что, грязная? А, ну все, ее выбросить. Вот видишь, лежит. И вон да просто выбрать. Да выбросить ее нафиг. Ее постирать надо. Да нафиг ее стирать, она уже не выстирается. Она никогда не выстирается. Еще один трусики. Нет, штанишки, забыл. Теперь то же самое делаю кучу из моих вещей. И... Что мы потом не могли понять, где чьи вещи. Нет, ну... А мне тут все надо. Нет, давай назад. Лёша. Так тут правда все надо. Лёш. Все очень красивое. Очень красивое. Посмотри, серая масса. Доставай мою массу, давай сюда. Только другую кучу. Только, пожалуйста, не так швыряй. И давай с самого верху. Вообще надо сразу я убрал все, потом ты убрала все. Тогда неси влажную тряпку. Зачем тут важна тряпка? Тут нет пыли. Так, конечно, были. Нет пыли. Да что ты начинаешь? Неси. Я не знаю, что выкидывать. Вот это выкидывать. Здрасте. Выкидывать. Я их ношу под низом, когда зима холодно. У тебя подштанники есть. Или мы тебе купим нормальные подштанники. А вот это надо выбросить. Нет, надо сразу купить, потом выбросить.
Иначе мы не будет иметь смысла то, что мы сейчас делаем, Лёш. Это спортивки, видишь, какие? Они ужасно растянутые. Они растянутые, не модные. Они растянутые, у них резинка лопнула, но тут есть канатики. Зачем он тебе? Хорошо, где ты будешь носить? Я говорю тебе, я под низ их надеваю. И дома, когда зимой. Не холодно. Хочешь купить нормальные приличные дни подштанники и выбросить? Зимой, когда холодно, я их ношу дома. Хорошо, оставляй тогда. Вот видишь? Оставить. Так. О. Носишь их? Не ношу. Почему? Не знаю. Перенравились? Потому что лето было, наверное, потому и не ношу. Ну будешь носить дальше? Да не с чем носить. Как не с чем носить? Я их просто так взял. Но они тебе нравятся? Не знаю. Или уже не нравятся? Короче, это будет долгое видео, как вы поняли. Не, ну если они тебе не нравятся, отдашь их мальчикам всего. Я не знаю, куда их отдать. Мальчикам всего. Они на меня большеватые. Мальчикам они как раз будут ровно через 150 лет. Подожди, если сомневаешься, давай в другую кучу. Нет. Ну, Лянь, ты вообще ни к чему не приходишь. Во. Посмотри на руки. Что? Посмотри пятна. Они не отстирываются. Какие не пятна? Здесь, вот здесь. Да нет, это все отстирывается. Ну, я уже стирала не раз. Диан, это просто я это носить не буду. Вот это лот номер один. Носить не будешь? Нет, оно в идеальном состоянии, но что-то утки мне уже не нравится. Отлично. Что? Может, назад? А вдруг холодно? Лёша! Ладно. Мы тебе купим лучше новое что-то. Вот это буду носить. На Новый год? Новогодний Новый год. Вот это. Мне очень нравилось это платьишко. Ну. Видите, какая-то. Все очень красиво. Ну, она, честно говоря, уже потеряла вид этого платьишка. Оно выцвело. Такое изначально было чего-то. Ну, оно какое-то непонятно. С чем его носить? С чем-то. Я даже не знаю, с чем. Ну, что-то было. Ты можешь громко разговаривать? Я не могу определиться. Мне все надо. Вот это мне. Оно все лежит просто грабиной там, вот это в шкафу. Это мне надо. По-любому. Свитер, это понятно, надо на зиму такой, хоть один зима. Приличный. У меня ничего больше нет. Я не знаю, что тут смотреть. Вот это надо, я на работу ношу, она очень теплая. Даже не знаю, она максимально теплая на флисе. Оставляю на работу. Это надо, это кубок ректора мы выиграли, нам подарили. И что, ты носишь? Ношу иногда. Ну вот это не надо, но я их уже и обрезал. Ну что? Кому нужны вообще обрезанные штаны? Здрасте, сейчас только обрезанные носят. Бросайте. Ладно, вторая вещь. Уже две вещи. Хочешь. Сейчас видео выключится, я назад заберу. Сейчас тебя заберу. Вот это оставляю, это нормальный свитер. Ну да. Который я еще ношу, только под ним еще что-то есть. Вот так у тебя вещи и лежат. Свитер, да. Ребят, сколько бы я не убирала у Лёши в Лёшиной стороне, у него такой трэш постоянно происходит. Это под низ я всегда ношу, это оставляю. А не проще купить просто термобелье? Нет, не проще. Надо носить какие-то старые вот спортивки. Это лучший свитер из секонда. Nike Oversize. Ну а что ты эту оранжевую швырнул? Потому что я еще думаю. Что это? А, это с цветочком. Ты покупал только в том году. Будешь носить? Нет, носить ее не буду. Перенравилось, да? А что ты на меня, когда я так вот быстро свои вещи... Ой, только у меня это одна вещь за 5 лет. Уже и штаны тебе уже не нравятся, вот эти с висюльками. Мне не нравится. Между прочим, что то, что то ты купил вот недавно. Кофта номер 2 из секонда. Бомба. Оставляй. Боже, почему ты все такое мрачное, Жо? Ничего не мрачное. Ну вот это не мой размер. Отдавай, я тоже носить не буду. Но она тоже на флисе, я ее носил, когда холодно. Не надо, она очень оранжевая и неприятная. Цвет не идет ни тебе, ни мне. Оставляю. Да, так. Куча другого. Это под низ, это чисто, это как она называется? Не водолазка, как это называется? Ну ты поняла? Ну, я поняла. Она чисто под низ носится. Тебе надо говорить громче. Ладно. Вот это нафиг. Она мне очень нравится. Не, если сильно нравится, тогда не надо. А чем я ее носил? А я не помню, чем ее носил. Но... Честно говоря, вообще не знаю, как ее носить. Ну, я же носил ее с этой, постоянно с бомбером. Наверное, бомбером. А бомбер где делся? Бомбер есть. Ну, я ее убираю. Ну, и это тоже под низ. Это самые эти, короче, узенькие эти. Но ты же уже оставил под низ. Ну, А это вообще ужасно. Я на рынок хожу, на рынке зимой холодно. Ты купил лучше термобелье. Это оставляется. Что ж такое? Дома какие-то свитерки, когда холодно у нас. А сколько их там надо? Вот это мой любимый свитер. Выбрось его. Никогда в жизни. Почему? Потому что я дома его ношу. Так ладно, ты... Ой, блин, прям мне на в лицо. Тебе. На тебе. Мой любимый свитер никогда в жизни не выброшу, на тебе.
Это просто выбросить. Они уже в ужасном состоянии. Да, это капец, ребят, чтобы вы понимали, там такие дырки. В ужасном состоянии. Вот. Даже никому не так выбрось тогда эти... А, спортивки, что ты будешь дома. Спортивки дома, да. И серые спортивки я тоже как поднеси использую. Ну, это они просто тонкие спортивки. Ну, поднеси, на термобелье носить, надо. Это же неудобно. Вот это очень модно. О, тут целый лук могу отдать. Бесплатно. Кстати, да, это был у тебя образ. Между прочим, выглядело прикольно. Но тебе почему-то цветок перенравился. О, вот так вот. Все супермодно. Ну, это убираем, ладно. Походу, надо было выходить в прямой эфир. Зачем? Да потому что уже 11 минут. Ну, я даже не знаю. Ну, джинсы нормальные. Это единственное у меня нормальное. Ну, обычные джинсы. Старомодные очень. Они нормальные. Вот эти вот выцвевшие участки. Купить бы тебе однотонные нормальные. Это просто надо, наверное, уже выкинуть. Да, выбрасываю однозначно. Они, тут у нас клей. Мы клеили тебе. В Черногории есть шлепки. А, ты дай его испачкал. Да. Выбрасывай. Эта дяжка мне покрасила в розовый цвет. Они должны быть серым, но это я оставляю, я не занимаюсь дома. А. Так у тебя же вот черно-белые шорты, из которых ты занимаешься. А я в одних только занимаюсь. Или мне завоняться? Да. Розовые шорты. Нормальные шорты, да. Серые шорты. Хотя тогда зачем мне идти? У меня раз сколько для занятий есть шорты. Кляки хорошие шорты. Всё, выбрасывайте. Розы... Ну, тоже отдавайте их кому-то смысл. Выбрасывай, не, выбрасывай. Это только выброс. Эти оставляем в любом случае. Угу. Это новые. Вот это самодельные бриджи. Но они на мне уже маловаты. Да и там какие-то, глянь, пятна. Это не пятна. Это просто потому, что были они подкатаны. Выбрось их. Им уже 100 тысяч лет в обед. Еще они из секонда, по-моему. Нет, это новые штаны. Диана, это свадебные штаны. Боже, что с ними случилось? Я их обрезал. Не надо, выбрасывай. Прям выкинуть? Да. Не надо. Прям выкинуть. Прям выкинуть. Розовые шортики я оставлю. Мне нравятся розовые шортики. Они в нормальном состоянии. Уже миллион шортиков. Пижамные, наверное, можно выкинуть. Чего, ладно. Ты же их любил? Черные шорты у меня есть. Типа офф-вайт. Боже, сколько у тебя шорт уже? Шорты надо оставлять. Шорты эти есть. Капец. Это новая футболка. Так новая тебе нравится? Или ты ее отдашь куда-то? Нет, ты что, я еще пару раз надел. Ну, твои родители привезли. Угу. Это для занятий майка. Она нормальная. Вот это надо выбросить. Она испортилась очень сильно. Тут глянь, смотри. И на руки смотри. Наши руки. Смотри. Выбрасывай. Все, выбрасывай. Выбросить. Вот это выбрось, пожалуйста. Она ужасно потеряла вид, эта футболка. Как тряпка. Хрен с ним. И причем вот эти все, что лежат, кроме зеленой, тоже, по-моему, надо. Зеленая это пумовская. Зеленую оставляли. Ты вообще носишь? И что, да, ты тебя в ней не видела? Белая. Да, эту тоже выбросить. Конечно, молодец. Покажи мне ее. А, это новая. Ну тогда ладно. Сейчас ну, ты еще где-то твои миллион футболок. Еще где-то должны быть твои миллион, ладно, футболок. Нет, под тельняшками что-то еще висит, посмотри. Там штаны. Там все ты их носишь? Ну, конечно. На все праздники. Рубашки, что там твои? Так, ну, эта рубашка нормальная, просто на меня маловато. Ну, все, давай я куда-то, вот туда. Оставляем. Без рукав. Ну, не оставляем, а отдадим кудысь. Кстати, футболка, в которой ты сейчас тоже покрасилась, ее тоже надо выбросить. Нет. У нее спина покрасилась вся. Так. Вот эту ты не носишь. Не очень... Да, просто как ни раз. Ту, ни другую не носишь. Раз. И два. Хочешь рубашку, так, надо купить новую, бы ты вообще любишь рубашки, а их не носишь. Это не выбросить, это просто отдать. И вот эту отдать. У меня есть обалденная цыганская рубашка, но я ее не ношу. Да, Леша ее ни разу не надела. Идеальная Монда, я один раз ее все надела. Один раз, да. Она в идеальном состоянии, тут нормальный размер. Это, кстати, очень крутая штука. О, а это уже 50 гривен. Ну, не в Лешином стиле. 50 рублей. Монда. Ну да. И красные штаны. К рубашке? Они идеальные. Штаны тоже я надевал всего один раз. На свадьбу Карины. А я уже после про них и забыла. А что ты их не носишь? Идеальные. Идеальное состояние. Это классический крой. А что не носишь? Надо их продавать, слышишь? Ладно, кому-то повезет. Я не люблю продавать вещи. И зря. Я могу только их... Есть вещи, знаешь, которые можно дать, которые выкинуть, а можно... есть. Тьфу. А есть вещи, которые хочется продать, потому что тебе вот хочется вот за, ну, них что? Получить деньги. Вот есть. Это нормально. А я подарю. Ну, молодец, тоже хорошо. Что там? Доставай все. Тут белая футболка, синяя рубашка. Нет, тут тоже все нормально. А белая рубашка и коричневая ты будешь носить, да? Да. У меня больше нет рубашки. Все, больше нет. Что внизу еще в этом в глажке, гляньте? Ну, а что в глажке? В глажке это останется. Это носишь? Это что? Это мое? Твое, твое, твое. Так, дальше. Это ношу. Да, это ты любишь футболку. Это ношу. Вот эти штаны выбросил. Вот эта футболка, нам дарили ее. Ну. И за что огромное спасибо, но она на меня маловато. Тогда отдай ее, мальчик. Поэтому можно отдать.
Она реально тесновато. Я не знаю, кому это все будет. Кому это все достанется. Ну или в село повезем, или кому-то. Сонная моя. Футболку оставляю. Футболку оставляю. Чем? Кофту оставляю. И кофту вот эту мы оставляем, потому что на тебе приезжать. На самом деле. А там в зале еще что-то лежит. Вот это, вот эту, пожалуйста, выбрось, я тебя прошу. Она, кстати, отстиралась. Да выбрось ее, она ужасная. Она нормальная футболка. Она как тряпка. Она даже на камере как тряпка. Да выбрось ты ее. Это мне нравится. Подожди, я же решаю. Блин, потому что ты, если бы я тебе не надоумил, ты бы ничего не выбросил. Не палка, а тахтип. Палка. О, это майка моя оставляю. Так вот, выбрось это другую белую, ту ужасную майку. Мне и та нужна. А тут ты что-то будешь выбрасывать? Да, носки буду выбрасывать. Ну там надо бы выбросить. Не буду выбрасывать. Все, у меня тут больше ничего нет. Вот а там... такой у меня бедненький гардероб. А там у тебя это, на этом, на пуфе еще что-то лежит, поди глянь. Нет, там все нормально, там просто на стирку надо бросить. Там все, все, что я оставляю. Все? А что дальше? Я не знаю, теперь, ну, с куртками у меня их не так много, чтобы их выбрасывать. Все? Вот это вот все? Отдам в дар. Очередь Дианы, вы, выбросите это. Мы все это затеяли, если честно. Немедленно. Это шаль, это Леша из другого шкафа все притащил, да. Шаль для танца. Что, это твоя? Да. Синяя? У меня синяя, да. Откуда у тебя синяя? Носить будешь? Понятия не имею. Не знаю. Ты опять начинаешь сомневаться? Так, остань, не буду, 3-4. Давай. Выкидывай, она тоже почти практически хорошая. Ну, типа не выкидывать, а отдастся. Шапку синюю носить будешь? Это на рынок шапка, да, зимняя. Серую я тебе дарила. Да, оставляем. Вот это я не ношу. Что это? Это... Давай, это женская отдельно. Да, это что? Это... На шею. А разве ты его не носишь? Ты же носил его. Нет. И вот это тоже нет. Это еще одна. В это как она? Шаль. Я вот этот. Вот все, оставляй. Какой-то ужасный помялся. Ну вот это шарф. Это шарф, и он неплохой. Просто Ляна его не носит. Не хочу его носить. Ты носишь его, потому что у тебя другой шапки сейчас нет. У меня вот две шапки лежат. Поэтому оставь. Просто от этой болит голова, нафиг. Это новая шапка, ты такое купила? Да, но она куплена через интернет, она ужасно. Итак. Она пошита неправильно. Мне писали в комментариях, все правильно писали. Шапка идеальная, на самом деле. Очень теплая, зимняя, тёплая, в идеальном состоянии. От нее болит голова, она давит. Ну, то у тебя голова не, такого, не такой формы, да, наверное. Ну, блин, но эту шапку я тоже не хочу носить. Ну, у тебя есть еще под что носить. Это что, капюшон? Капюшон оставь, это от моей куртки, наверное. Капюшон, кепка, выбрасывай вообще, да? Эту, наверное, да, выбрасывай, все. Она уже потеряла форму. Вообще-то. Коля ее привозил с Италии, но я не ношу. Поэтому я тоже брат надо отдать. Давай. Да. Вот. Мама тоже не взяла. Ой, она прям плотная такая. Томми Хилфигер, люди. Вот это продаем, $100. Это же Томми Хилфигер. Вот это ты будешь носить? У меня что-то других не было, поэтому я носил. Поэтому сейчас можно уже не носить. А давай тоже отдадим. Это наплечная сумка, такая очень много отделов. Я назвал ее сумка дальнобойщика. Она там, ну, немножко, типа, грязненькая, пятнышки есть, но идеально в состоянии, имею в виду, целое, все, все хорошо. Я тоже их носить не буду. А у тебя есть что носить? Да, у меня есть другие, нормально. Перчатки. Есть небольшое пятнышко, но они так, они уже так, нет, тут уже пальцы сдёрты, это выкинуть. Вообще выкинуть. Так... Может, кому-то надо, но не тоненькие такие. И вот эти отдай. Поэтому оставим. Но вот эти симпатичные, что ты их выбрасываешь. Ну, к чему они? С пушком таким. А тут пушок оторвался. Угу. Вот у меня кожа из замши. Буквально новая, от Фаберлика у меня. Вот это будешь носить? Это да, это оставляем. Я ее и ношу. Так, ну эту сумку только недавно пришла. Еще пока ношу. Где вторая? Эти теплые оставляют и на рынке в них ходишь, да? Я думала вторую найти. А ты ее не посеяла нигде? А могла потерять. Не знаю. Ну пока в сторону к себе туда убирай. Шарф теплючий. У меня есть шарф, все, мне хватит. Теплючий, а на рынок? Я не ношу на рынок вот эти шарфы. И теплючий, огромный шарф на зиму. Ну пока в сторону убери, найдется. Что тут еще? Вот этот шарф я тоже не хочу носить. Он с того костюма. Но с того костюма мне только штаны нравятся. Хорошо, подумай. Мне не нравится. Чтобы не было сейчас осень-зима, тебе нечего будет надеть, и ты мне скажешь, давай покупать все.
Еще один шарф. Девочки, для вас уже три шарфа. Нет, это шарф. Давай сюда. Это спортивная шапка. Она тоже практически новая. Панама. Хотя, подожди, а как же сейчас начнется осень? Вот у тебя дрова есть. Да, это уши не закрывает. Эту оставляю, но она уши не закрывает. Это хрен с ним. Красная эта шапка, к чему она тебе? Это алко. Такая просто спортивная шапка, легкая. Я даже не знаю. Ладно, отдадим. Она будешь носить? А ну покажи, дай мне. Она, по-моему, уже страшная, как моя жизнь. Тайти, да, та-да, тай-та. Не, она нормально выглядит, но носить ее не буду, тоже отдадим. Вот этот рюкзак. Этот рюкзак я порвал. Все, выкинуть? Не знаю. Повытягивай все и, наверное, выкинуть. Хотя вроде и не нет. Подожди, он с одной стороны порвался, а с другой нет. Но я имею в виду замок. Там два замка. Один работает, один нет. Или оба не работают. Ну вот нет ничего вообще порвато. Ну выкидывай тогда его все. Да ему с рисуночками не надо тебе. Ты у нас серьезный мужчина. Ой, нет, ты посмотри на мой нос. Уже все? Ну она, конечно, в таком состоянии. Ну вообще, может кто хочет. Если кто захочет, да, можно ее протереть, вытереть тут немножко. Видите, она... Достаточно неудачный заказ, потому что я же рассказывала про свои пунктики, что я беру все сумки подряд, которые мне нравятся. Она мне просто не пригодилась в гардероб. Подарю кому-то. Тоже можно подарить. Вот это то же самое. Это вообще эту сумку бабушка Таня отдала маме, мама отдала мне, а я понимаю, что мне она не нужна. Так это клатчная для вечернего наряда. Кому-то может надо. А тебе не нужна такая? Нет. Вот эта сумка, я не знаю. У меня появилась вот эта, она мне больше нравится. Но это... Две разные сумки. Ну, слава тут, просто сейчас лето ты их не носила, а начнется осень под тяжелую более одежду, может, останется. Может, пригодится. Ну да, я ставлю две большие сумки. Ну, оставляй. А вот этот рюкзак синий лежит. Убирайте сумки, оставляй. Это... Ну, это кошелек от той сумки. Ну, если он целый, я не знаю. А, не, он я шил, его уже штопал. Я его уже зашивал. Тоже убираем. Да, наверное, его надо выкинуть. Подарить кому-то? Он работает, все. Он понимаете? Работает, но я его шил. Ну, дай сюда. Он нормальный, его подарить можно. Я, по-моему, тут, видите, подштопывал. С так, одной стороны. А, не-не, я хорошо его штопал, вот я его штопал. Так, что выкинуть? Его выкинуть надо уже. Шопер тоже на, выкини. А шопер что выкинуть? Замок поломался, помнишь? А что, замок нельзя починить? На шопере чинить. Этот я испортила шопер каким-то кремом или чем-то еще. Он весь грязный и не отстирает, видишь? Выкинуть? Так, это какой-то просто... Ну, эту сумочку я люблю, синий очень. А это мне нравится, но она... Это же та, которая замок вот это у нее. Постоянно ты мне его чинишь. Так, пойди поменяй, я же сказал тебе, как на эту, к нашей. Она как-то печально выглядит. Нет? Нормально она выглядит. Пойди поменяй замок, да и все. Ну, все. Это все ремешки. Вот это от чего? Коричневый ты же видишь, да. Вот это. А это что? Кепка. Это BMW-шная. Оставляем. Откуда у тебя BMW-шная кепка? Твой отец привозил. Ты ее будешь носить? Да. Точно? Нет. Оставляй. Да. Все. Теперь мои вещи. Теперь Диана вещь. Пытались сделать видео на пару минут. Вы с нами будете целый час. Капец. Ну что, такое видео вот. Кардиган носить больше не буду. Да. Почему? Это шикарный кардиган на осень. Ты но тогда у так, меня уже есть кардиган, так искала Боха стайл. Ну уже не хочу. Это с Коллинз. Вкусы меняются. Вот этот костюм, я вообще за счет него не знаю. Он мне, вроде, тогда сильно понравился, но штаны велики. Жакет как-то не сам по себе не очень. Костюм? Не буду носить. Не будешь носить? Я эту юбку оставлю вот эту. Так. Эти штаны я не люблю. Я их купила, блин, и не люблю, понимаете? Манго. Хорошие штаны. Опа, денежка. Я их тоже кому-то отдам, наверное. Вот это не буду вообще носить, покрасились велосипедки. Нафиг выбросить. Вот этот костюм я тоже не хочу носить. Это у пижама. У меня на зиму есть другой, и он уже вообще вид потерял, да? Да нет, он нормальный. Он просто сейчас давным-давно не глажены. Да, давай. Ну, потрогай. Там? Нормально. Не буду я его носить больше. Это что? А, это сгладить вообще-то. Не, костюм не очень. Тут пятна какие-то. Посмотрели, решили, думали, Диана, типа, вот что-то буду продавать. И, короче, решили ничего не продавать. Все отдавать. Потому что нефиг тянуться за этим. Тут маечка такая есть. Дальше. А блуза, да, с буфами, как-нибудь там. Кюлоты, джинсовые. Кюлоты. Огроменные штаны. Которую Диана так нанесла мозг, как она хочет, да, кюлоты. Да, в одно время я их сильно хотела, а потом как-то и юбку тоже не хочу. Давай, джинсовая юбка.
И этот свитер я тоже не... Ну, я его на рынок только раз нашел. Ну, ты оставь, как ты видишь, как я поставлял некоторые вещи, которые уже не очень, но я их ношу на рынок. Это мой домашний теплый костюм, смешусь, я его очень люблю. А где его брюки? А вот. Это очень классно. Ну, оставляй. Так вот ты оставляешь. И вон ты оставляешь. Что ты раскидываешь во все стороны, что ты оставляешь? Свитер и сюда кидай. Это то, что ты оставляешь. Оставляю, свитер. Да? Что свитер? Тоже сюда. Да. Это шопер? Ну, надо выкинуть, блин, он ужасный. Это новый шопер, и пострён, да? Он ужасный, тряпка. Так ты его шиворот на выворот держишь, конечно, он ужасный. Нет, это не шиворот на выворот. Вот шиворот на выворот. А ну выкидывай. Нафиг, купим новый. Вот этот свитер не буду носить. Он в дырочку не да. Это теплый, хороший свитер. Это почти все вещи новые. Он не новый вообще. Но он теплый, в хорошем состоянии. Вот это надо выбросить. Ты же на тренировке носила. Да, я любила эту штуку, но она порвалась. Вот тут. А, выброси. Или... все. Попорванное выбрасывай. Ну, она его никак не зашьешь? Сразу выбрасывай. Да, заплетешь крючком. Этот топ я тоже выброшу, наверное. Да, он уже как тряпка. Хана ему, ну да. Это что, спортлифчик? Он тоже потерял вид. Майку оставляет. Черная майка нужна. Это мой топ нормальный. Худи, который ты мне оставила. Я его не ношу ни разу. Оставляй. Ну, ты его носила на Гаверли. Ну, просто потому, что выхода не было. Это тоже наша с тобой family look. Штанышки. Вот эти лосины я, наверное, или отдам, или выброшу. Может, кому-то надо отдать? Ну, давай. Они мне неудобные для танца. Для всего. Они тут с таким эротическим вырезом, с такой эротической сеткой сбоку. Так что нормально. Вот смотри, мини, у меня аж три мини. Ну, я оставляю. Коричневый и черный. Ну, вот и оставляй. Так и у них надо было летом ходить, а ты летом их и не носила. Ну, мини, кожаную, черную. Нет, я вообще-то эту зебру почти все лето носила. Это мой топ, я его люблю. Это водолазка раз, водолазка два нормальная. Потом была водолазка, которую надо выбросить, которую я растянула рукава. Да вот это бери все подряд, не ищи что-то. Бери все подряд. Ну, пижама. Ты просто что-то... Бери все подряд. Пижама оставляю. В этой юбке, наверное, буду теперь танцевать. Она как-то, мне кажется, уже для танцев больше годится. Этот свитерок я ношу. Это моя танцевальная. Блин, у меня слишком много вещей. Давай. Танцевальная. Вот это мой любимый свитер с Лардут. Я его обожаю. Я его никогда не отдам. Через год, Диана, выбрасывай. Да. Кому отдать? Это Соберли кофточка тоже новая. Я еще толком не носила. Потом у меня есть два боди, вот их я вообще не ношу. Не знаю, что их не ношу. Помнишь их? Я помню, знаешь, что такое боди. На. Ой. Ну, это как нижнее белье, наверное. Ну, да, но я не ношу их вообще. Боди. Где-то есть второй, вот это тоже носить не буду. Я не знаю, что это. Купальная юбка вообще. Я ее заказывала для танцев, она оказалась купальной. Да. Она не носила никогда и не будет носить. Да. Вот эти лосины мне не очень нравятся с этими блестюшками. Ты для дома оставь какие-нибудь лосины, чтобы ты занималась. Вот, да, вот это не надо. У меня есть целый комплект. О, с лосины с блестюшками. Это мой наболевший новый комплект, вот он. Мой топ нормальный. Чуть-чуть это... А это что, ночнушка тоже пойдет. Вот эти новые топы нормальные, пижама нормальная, топ нормальный. Это мой новый костюм. Вот это не надо. Это юбка. Мы же только недавно ее где-то брали. А в секонде мы 5 лет назад брали, ты что, гонишь? Да? Конечно. Все, вот это платье я выброшу. Оно совсем никакое? Да. Вот, вот это я выбрасываю. Водолазка, которая потянулась очень сильно. Вот это тоже надо выбросить. Лифчики, ну это выбрасывай. Это не лифчик, это была типа пижамка, но это самое дешевое кружево, которое существует. Подряд бери, ты опять сидишь, копаешься. Вот оно, я просто искала. А что я выбросила? Вот же он. Тот топ. Да топ улетел. Ну ладно, я его выброшу. Выбрасывай пижамку. Да как хочешь, что ты у меня спрашиваешь? Ну, кому-то надо. Пижамка кружевная. И вот этот топ я тоже не ношу. Топ кружевной. Кулак уношу. Вот эти джинсы, блин, они вроде прикольные, но... Я сейчас Диане показываю кулак, вот кто видит в отражении. Да, ну ладно, не буду. Дам тебе сейчас. Просто почему-то у меня в них огромная жопа. Какая есть? Потому что фасон не могу найти в джинсы. Извините. Это мой костюмчик домашний, теплый. Я его люблю. Вот видишь, у меня два зимних костюма. Хорошо, девочек, я же не против. Это мои любимые шорты, я их оставляю. Мой любимый топ. Все мои любимые. Водолазки. Майка. Вот это не хочу. Мне когда-то мама с папой дарили его, но он такой неудобный. Дай сюда. Он неудобный, потому что горло такое тесное. Максимально теплый зимний домашний костюм. Поэтому оставляю. Ну, платье такое. Платье, да, наверное, тоже такое. Да. Это для танцев. Это штаны на работу. Оставляю. Шащие штаны. Сюда. Кому-то нужна юбка с монетками? Может, кто-то восточными танцами хочет начать заниматься?
Потому что я монетки уже не ношу, я этот этап прошла. Давай, 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 я разбирайся. Я тоже ношу шорты. Ну, можем мы на море полетим. Это мой костюм танцевальный. Это топ нормальный. Тайти, дайти, да, тай, это... Пижама, это вон штаны от нее. Фух, вот это нет. Это, не это выкинь. Это паутинка пусть будет. А это что? А, это джинсы, которые я обрезала сама лично. Ну, я их еще, может, буду носить. Ну, у тебя еще впереди рабочие будни. Одного ряда свитера. Mm-hmm. О, вот юбка, которую я люблю сильно. Кожаная. Оставляй, оставляй. Ну, все, давай так. А это что? Это она какая-то странного цвета блин, уже. Блин, это манго была, футболка. Шоу. Выбрасывай, она уже странного цвета, она желтая вся. Помнишь, какая она классная была? Не. Штаны. Это моя рубашка новая, это нормальный новый топ. Вот это не надо мне. А что это? Это топ. Вот такой вот топ. Это я выбрала. Супер модный, стильный, вязаный топ. Да. А вот боди второе. Или давай второе боди. Ну оставь одно. Одно отдали, одно оставь. Нафиг оно не надо. Ну мало ли. Ну ты ж мало ли. Одно лишь... Хорошо, давай, все. Убрали. Мешочек. Кому мешочек? Это просто черная футболка. Она должна быть классическая черная футболка. Да, она не классическая, она облегающая. Оставляй, оставляй. Ладно. Вот это вот выбросить. Ну как на это, какая-то распродажа, секонд, смотрите. Ну так а что делать? Ёлы-палы, зарылись. Зарылись, реально. Это... Какая задница, блин, это ж кошмар. О боже. Выбросить. Чего мне раньше столько вещей не это? Никто не раскидывал вокруг меня, я был бы в восторге. Так, ну все, для дома оставилось. Это все остается. Это все оставляется. А да? Вот это что? Это может моя футболка. Да, моя белая футболка. Вот эта юбка не знаю, значит, мне, ну пусть будет. Короче, миллиард вещей. Да, вот это только то, от чего уже решили избавиться. И смотри, сколько еще выбросить. Так я тебе говорю, что это остав... Ужас, я как это, планета секонд-хенда. Мегасток. Мега-мега-мегасток. Так, новое платье, я его уже обожаю. Мои новые рубашки, кардиган. Костюм, ребят, продаю костюм у вас тоже. Вышиванка висит. Вот это платье... Оставляй, это же бэби-долл твое. Подарите кому-то комбинезон. Красный? Он же такой эффектный. Ну, эффектный, я уже в нем блистала. Ты два раза в него, его надевала. Ну, что, думаешь, дальше будет такой хорошо, декор? Дай сюда. Давай его Оле подарим, она будет в нем тикток снимать. Она не налезет на нее в груди. А, он же там такой. Как да. Минимум. Вот красный эффектный комбинезон, который надели два раза, и все. Костюмную комбинация же. Ты ждала, пока я повернусь? В смысле? Ну да, ты же показываешь. Вот это платье. Отсюда толком ни хрена не видно. Да, да, Карине. Ай, Карине обещала отдать. Как больно ударила косточку. Вот это вообще мамино платье, она его два мне. Я его не ношу. Карины, Марины. Да, мама Карины, она его хотела. Хотя уже, знаете, лето прошло. Вовремя ты проснулась, конечно. Вот это платье. Не угадала с ним я. Ой. В другую сторону. Ох. Что ты можешь по поводу него сказать? Нормальное платье. А ну, потрогай его. Нормальное платье. Нормальное, но носить его осенью. Ну, попробуй, чем нет. Он довольно плотный. Мне показалось, что я его постирала, и оно стало как тряпка. Нет, оно уже короче село. Синсей, это платье. Так, это мама с папой привозили, мой тренч. Это буду дома носить. Ага. Футболка, рубашка. Это твоя рубашка? А это моя рубашка. Вот. Ну, вот ты чувствуешь, какой он крутой? Да. Он по качеству бомба. Что с платьем-то делать? Оставляй, это сарафан твой. Чего ты можешь так его надеть? Я не ношу его. Ну, наденешь на торжество. На 30 лет свадьбы, если влезешь, конечно. Ты серьезно? На 30 лет свадьбы? Ну, не обязательно со мной. Так, ну что, ребяточки, а что теперь делать? Ну, потому что кто-то из вещей пригодится, гляньте. Теперь, а теперь все будут писать, что... Ну, многие могут написать, что им одна и та же вещь нужна. Короче, кто в Инстаграм тогда первый напишет? А что в Инстаграм? Так пишите на почту, может. Да? На почту. Да. Вот кому реально надо, тут напишет на почту. Почту мы оставим, закрепим вам в комментариях. Никому ничего не отдам. Все мне. Все моё! Ребят, в следующем видео будем с вами разгребать другой хлам. Посудный. Хлам с кухни и со шкафа. Потому что мы сегодня уже за это взялись. Поэтому давайте, чтобы это не длилось 2 часа. Увидимся очень скоро. Пока!